Улице минус 17 градусов и снег забетонировало конкретно. Так, конкурирующая организация. Да, у нас все стабильно, ребята. Сугроб стал меньше, а людей стало больше. Все точно так же. Все точно так же свои там. Все, давайте, погнали. Все, вводный брифинг проведен. Настроили рации, проверили биперы. Рассказал я, куда ехать, какой маршрут, кто замыкающий, что делать, если что-то идет не так, там очки замерзли. В общем, да, поддувает. Реально хиус, минус 17,5 стало. С утра было 16, сейчас 17,5. Синее небо. Там даже где-то солнышко было с утра. Красивое небо, кстати. Таймлапсики бы поснимать сегодня. Но нет, сегодня школа, первая ступень. 6 человек, 6 еще 6. Значит, брифинги, все дела, в общем, по полной программе, базовый уровень. Ребята, все собираемся здесь сейчас и погнали в горы. Итак, мы на нашей учебной горке. Автофокус, приди, приди. О, пришел. Значит, первое упражнение. Работа с газом. Группа у меня собралась людей, которые уже катаются на снегоходах. И они... Вот так, чтобы поменьше было слышно. И они приехали поставить именно базу. Потому что есть сомнения в технике управления горным снегоходом. Это очень важно. Если есть сомнения, что вы что-то делаете не так, не так стойко, не так постановка снегохода на одну лыжу, не так в траверсе едете, или не получается, или нестабильно, то лучше, оп, то лучше приобрести курс в онлайн-школе, в первой снегоходной онлайн-школе, прослушать теорию, посмотреть практику, повыполнять упражнения, чтобы точно быть уверенным в том, что все нормально. Так, а мы сейчас заканчиваем первое упражнение и переходим уже ко второму. Так,
Переходим ко второму упражнению, а перед ним идет 20 минут теории. Прямо на снегоходе показываю. Закончили теорию по второму упражнению постановки снегохода на одну лыжу. И сейчас ребята уже выехали, занимаются. Но уже умеют многие ездить, давно ездили. Сейчас отрабатывается база правильно. Потому что они говорят, да, мы как бы ставим, но тратим на это очень много сил. А на самом деле это все делается без потери сил, за счет энергии мотора. Мы спокойненько джин! Газанули, снегоход прокопал, поставили. Все. По погоде у нас сегодня хорошо, вы видите. Видимость хорошая, температура. Ну, мне кажется, потеплее стало. Сейчас вот покатались, раскатались, потеплее. Ветер поддувает, но не сильно, в принципе. Все, занимаемся. Так, мы сменили локацию. На более мягкую и на более большим уклоном. Ребята занимаются. Сейчас был обед, поэтому после обеда очень сложно. Я одел пуховичок, потому как, мне кажется, стало чуть похолоднее. Ой-ой-ой. И это первый день, считай, только что после обеда. Отлично, Олег, отлично, все. Сейчас пообедали, конечно, сложнее после обеда все дается, чем до обеда, но надо кушать. По погоде затянуло все облаками, даже вот соседнюю гору, туманная называется, гора туманная в тумане. Вот, и с той стороны я еще с утра таймлапсы снимал, сейчас все затянуло и снежочек пошел. Мы знаем, что облака и снежочек это к теплу, потому как сегодня некомфортно находиться. Вон там все уже. Можно заканчивать обучение и ехать кататься. Группа прогрессивная у меня сегодня. Но это неправильно, вот так вот. Неправильно, потому что контроля нет. Первые следы выбьют и все. Значит, ладно, что, занимаемся? Заканчиваем еще, я думаю, часочек-полтора мы здесь. Вот. Запил, все, контроль максимальный. Часочек-полтора еще здесь. Да, поедем на базу, потому что уже подзамерзли. И у меня ноги подзамерзли в тубиках. Хотя я даже наклеил с утра эти греющие стельки. Но, тем не менее, все равно. И вообще, как бы так, зябко. Поэтому, ребята, перемещаемся в студию. Вопросы и ответы. Сравнение гарминов 650 и 700 i. И настройка рации Baofeng сегодня в этой серии. Погнали. Итак, вопросы и ответы. Здравствуйте, Алексей. Будете менять навигатор? Конечно же, нет. Навигатор хороший, то, что он мерзнет, это косяк, но мне сказали, что при обновлении прошивки данный косяк устраняется. Я посмотрел, проверил прошивку, оказывается, у меня прошивка старая, поэтому я сейчас подключаю навигатор к телефону, обновляю прошивку и тестирую дальше. От системы InReach я отказываться не хочу, потому что это действительно очень крутая система, и без нее мне уже кататься некомфортно. Так за мной следят и видят, где я могу написать смс-ку, могу принять смс-ку, со мной могут связаться в любой момент, и это очень круто. А проблему замерзания навигатора, я думаю, мы решим. Алексей, приветствую! Ты, как всегда, пушка-гонка. Спасибо! Расскажи, как правильно настроить рацию Baofeng. Обратил внимание, что у тебя она совсем не шипит, и слышимость отличная.
Да, я использую рацию Baofeng. Baofeng UV-82. Я сейчас покажу ее подробнее. Вот такая вот рация. И вот такая гарнитура Эбри. Ну, здесь может написано быть Эбри, а может быть написано Baofeng. Смысл один. Удобно использовать рацию совместно с тангентой. Рация лежит где-то внутри, в теплом месте, либо, как у меня, в рюкзаке. Тангента выведена на лямку рюкзака, и все прекрасно слышно. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь переходим к настройке рации. Жмем решетку, чтобы разблокировать рацию. Далее меню. Заходим в меню SQL. SQL – это шумодав. У него есть настройки от 0 до 9. 0 – это шумодав выключен вообще. 9 – это максимально включен. То есть на 0, давайте сейчас зайдем, поставим 0, и рация будет шипеть. Таким вот образом рация шипит и ничего не слышно. Давайте. Если мы поставим 9, то рация будет принимать только хороший устойчивый сигнал. Только в этом случае будет включаться прием. Все остальные сигналы она будет игнорировать. Самая оптимальная настройка — это 5. Если вам нужно принять какой-то очень слабый сигнал, то можно поставить 3. Но ни в коем случае ни 0, ни единицу. И чтобы принимать слабые сигналы, лучше использовать вот такую антенну. Nagoya 771. И, кстати, эта рация продается у меня в магазине. Полный набор: рация, усиленный аккумулятор большой, длинная антенна и хорошая тангента. Ссылочка в описании. Настройка шумодава влияет именно на шипение рации. Еще на шипение рации влияет сотовый телефон. Обязательно поставьте его в авиарежим, то есть выключите радиомодуль в сотовом телефоне, потому как если его оставить включенным и будет плохая связь, не будет сетей 3G, 4G, а будет сеть 2G, и вам будет поступать какая-либо информация, смс-ка, либо звонок, либо с интернета он будет что-то тянуть через 2G, то рация будет шипеть. Рация работает где-то рядышком с диапазоном 2G, и 2G, телефон, сотовый телефон в режиме 2G, в режиме Edge, очень сильно влияет на рацию, она шипит. Это очень заметно, когда утром вы выехали, все из GSM сетей уехали, а вечером возвращаетесь, у вас непринятые звонки, смс-ки, что-то в интернете, и телефон начинает, как только появилась связь, начинает это все скачивать, и рация начинает шуметь. Поэтому я всей группе говорю: ребята, переводим режим, в авиарежим телефоны, и рации перестают шипеть. Все отлично. Еще одна хорошая настройка — это режим автоблокировки. Автолог, он должен стоять в ON, чтобы рация ни в коем случае не нажималась. Вы достали рацию, что-то сделали настройку и просто кинули ее в рюкзак. Она автоматически заблокировалась и сама уже не нажимается. Поэтому автолог поставьте в ON. Через 15 секунд она сама заблокируется. Еще одна важная настройка — это TXP. Выглядит вот так. Это мощность радиостанции. Можно выбрать high, конкретно на UV-82 это 8 Вт, mid это 5 Вт и low это небольшая мощность, самая низкая мощность, по-моему, 3 Вт. Я не знаю, для чего эта настройка, но ее нужно поставить в high. Вот таким образом. Тогда радиостанция будет работать на полную мощность. Заблокируем и выключим. Отличные радиостанции, мы используем здесь именно такие, и на школе, и инструкторы. У нее есть две частоты, на которых можно вещать, и можно слушать, опять же, две частоты. У меня всегда настроена одна частота, это наша школьная, 433-275, мы общаемся в группе, и одна аварийная частота, 434-550. Я ее просто слушаю на всякие пожарные. Алексей, привет! Есть ли рекомендации по картам и приложениям для навигации в телефоне? Что нужно обязательно качнуть, если собрался в горы? Да, есть обязательные рекомендации. Это вот такая программка. Guru Maps называется. У меня здесь несколько разных программ, но я пользуюсь Guru Maps Pro. Купил платную версию. Значит, в нее я установил карты.
Вот такие, Госгисцентр 500 метров, приисковая здесь, очень удобная программа, хорошо отслеживает треки, можно включить трек, положить телефон, и он все запишет. В крайнем случае можно по телефону, Samsung у меня практически не мерзнет, я сегодня приехал, 53%, это я еще здесь сколько тусовался, там все это отвечал, звонил. В общем, как резервный девайс вполне сгодится, при том, что карты очень точные и хорошие. Вот, допустим, гора Семейная, здесь вот даже от просека вот отмечена. Карты можно скачать у нас на сайте sledschool.ru. Ссылочка будет в описании именно на карты. Там есть даже карты с метками особо популярных мест. ДПС, Перевал, Цирк, Булка. Все, что у меня на карте на двери, там тоже, в принципе, есть. Ратрачка там отмечена. Так что можете поставить это приложение Guru Maps Pro. У меня платное, я купил сразу хорошую версию, закачал туда карты. Вы можете поставить бесплатную, скачать карты с сайта sledschool.ru. Ссылочка будет в описании, и у вас будут точно такие же карты приискового, как и у меня. Но вообще, насколько я знаю, сюда можно любые карты поставить, очень хорошее приложение, в общем, рекомендую. Алексей, подскажи, под термобелье есть смысл термотрусы одевать, или это разводняк маркетинговый? Я использую термобелье X-Bionic Radiator, единственное термобелье, которое существует, все остальное это... Нечто подобие похожее на термобелье, но, ребята, X-Bionic это прямо топчик. И в прошлом году я начал использовать трусы X-Bionic. До этого момента я считал, что это такая необязательная вещь, самое главное термобелье. И под термобелье одевал обычные трусы из спортмастера Puma, Columbia. После того, как у меня появились термотрусы X-Bionic, я изменил свое мнение. В них реально лучше. Они работают, при том, что совместно с радиатором, они там как-то коннектятся, радиатор с ними, они с радиатором, вверх-вниз, там, в общем, это все работает как единое целое. Я считаю, что это не маркетинговые уловки, это действительно работающий продукт. Алексей, какой простенький GPS-трекер вы бы посоветовали вместо Монтаны? Меня больше интересует, чтобы меня могли трекать по карте. Спасибо за контент. Лайк. Спасибо вам, что смотрите. Но замену Монтаны GPS-трекер не сделает, потому что Монтана 700i это все-таки спутниковый трекер. Он связывается вне зависимости наличия GSM-сетей через спутник и работает в любой точке земного шара. Что касается GPS-трекеров, то они работают только в сетях GSM. И тут важное уточнение. GPS-трекерами называют обычно GPS-трекеры, которые работают в системе, в сетях GSM. То есть пока есть сотовая связь. Она есть не везде. Спутниковые трекеры – это, опять же, те же GPS-трекеры, которые работают через спутник, как, допустим, InReach. Если мы говорим про GPS-трекер, который работает в GSM-сетях, то есть в сотовых сетях, то я использую вот такой вот трекер Автофон. Очень хороший водонепроницаемый трекер, который работает в сетях МТС. Он с предустановленной симкой МТС, и можно отслеживать, положить в машину, в мотоцикл, в снегоход, я не знаю, еще куда-то, там человеку отдать, и можно потом через приложение на картах смотреть, где он находится. Опять же, тут можно послушать что-то, можно настроить разные будильники, там, что он будет, вообще его не будет видно, он будет просыпаться там раз в день, раз в неделю и передавать координаты. То есть очень удобная, хорошая штучка, я использую, у меня таких несколько, но не здесь. Здесь я использую, конечно же, спутниковый трекер InReach. Владимир боец, конечно, все три дня контент делал. Респект мужчине, респект Владимиру безграничный лично от меня. С такими людьми можно хоть куда. Во-первых, он не сдавался, он реально пытался решить проблему. Говорит, я пойду пешком. Я говорю, да куда, давай заезжай. Нет, я не могу заехать, но я пойду пешком. Это прям дорогого стоит. Во-вторых,
Владимир один из немногих людей, кто не стесняется показывать свои неудачи. Ведь горный снегоход — это не все фан и там такая безудержная каталка. Это и ручьи, это и копалка, это и какие-то неудачи и поздние возвращения. Это неотъемлемая часть. И Владимир в этом плане показал себя как капитальный красавчик, за что ему респект. Он разрешил показать свои неудачи, хотя мог бы сказать: «Лёх, пожалуйста, не снимай, как бы, не, я не хочу», и все такое. Обычно люди так и поступают. Поэтому я снимаю очень мало чьих-то неудач. Я лучше сниму свою закопку и расскажу, как выйти из этой ситуации, чем я буду кого-то снимать. И потом мне скажут: «Слушай, не выкладывай, пожалуйста». Поэтому я и не снимаю. А если снимаю, то я заранее спрашиваю: «А можно?» Мне говорят: «Да, окей, все, я как бы без проблем». Я говорю: «Все хорошо тогда». И опять же, это неотъемлемая часть каталки. Куда без этого? Все мы роем, все мы бываем в ручье, все мы возвращаемся ночью, у всех у нас кончаются силы. Поэтому, Володя, респект огромный. Жду снова. Доброе утро, у меня Montana 700, не Ай. Катался при температуре ниже минус 20, поставил яркость монитора на максимум и все окей. Да, мне уже много человек написали, что они катаются и все окей. Выяснили, что у меня на Montana старое программное обеспечение. Постараюсь сегодня обновить, завтра поеду, потестирую. И еще написали, что есть такой момент, нужно вытащить аккумулятор и без аккумулятора попробовать. Но опять же, аккумулятор здесь — это неотъемлемая часть крышки, это задняя крышка получается. Быть может, просто нужно было вытащить и снова вставить и включить. Проверим. Алексей, привет! Вопрос по навигатору. У тебя Montana 650 или 650T? Она не мерзла, и почему не 680-680T Montana? У меня старая Montana — это 650T, вот такая вот. Такая вот старенькая Montana. 650 от 650T, насколько я знаю, отличается лишь предустановленными картами. 650-я Montana с камерой, я не знаю, для чего она нужна, но этот девайс у меня не мерз. У меня здесь стоят, стандартная батарейка, потому что Воевода ставил сюда какие-то морозостойкие батарейки, и вообще все хорошо было. Сюда, кстати, вот ставятся вот так вот еще три пальчиковых аккумулятора можно поставить. В общем, почему не 680? 680 то же самое, тот же самый навигатор, только чуть побольше памяти и что-то еще изменено. То есть, по сути, те же яйца, только вид сбоку. Все, ничего не изменилось. Это навигатор абсолютно другого поколения. Плюс система InReach. Именно из-за нее я его и купил. Можно сравнить. Вот, посмотрите, насколько больше-меньше. То есть, здесь дисплей больше. Дисплей здесь сенсорный. Здесь на нажатие реагирует. И этим дисплеем удобно использовать, его удобно использовать в перчатках. Здесь в перчатках не всегда нажимается, хотя я поставил чувствительность на максимум. 700i и 750i отличаются примерно точно так же, как 650 и 680. Поэтому смысла 650 брать я не вижу, а вот 700i из-за InReach есть смысл. Другой момент, если вам не нужен InReach, то вот этот навигатор никакого смысла менять нет. То есть он не мерзнет, он показывает точно так же. Чуть меньше дисплей. Дисплей лучше нажимается. Здесь проблема с обмерзанием, но я думаю, она уйдет. И стоит он существенно дороже, чем вот этот. Этот сейчас можно купить совсем недорого. На 700i дисплей больше и ярче. Его удобнее считывать, когда едешь на снегоходе. Но, опять же, не нужно постоянно ехать и вот так в него смотреть. Этот точно так же хорошо справляется с этой задачей. Едете, остановились, посмотрели, выбрали направление, поехали дальше. Опять потом взгляд опустили. То есть, я не вижу смысла менять 650-680 Garmin на 700-750, если вам не нужен InReach. Я бы менял только из-за вот этой кнопочки и из-за этой вот антенки Iridium Connected, где написано. А так, девайс
принципе, юзабельный. Все хорошо, кроме замерзания. Но с этим, я думаю, что мы разберемся вскоре. Если у вас остались какие-либо вопросы по рациям или навигаторам, напишите их в комментариях, и в завтрашнем видео, быть может, я на них отвечу. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока!